кастинг детский, но эмоции совсем не понарошку. На кону танцевальное будущее. В понедельник в Иванове прошел конкурсный просмотр в Академию танца Бориса Эйфмана. Отбор в Иванове – солист балета Мариинского театра, лауреат международных и российских конкурсов, а по совместительству преподаватель Академии Андрей Иванов проводит уже не в первый раз. Иваново – очень танцующий город, и я знаю очень сильные коллективы, и народные, и современные, и сейчас вот подходят уже и классические. Дети очень хорошие, но здесь есть специфика, здесь нужно определенное мышечное строение. Академия танца Бориса Эйфмана располагается в культурной столице и не имеет аналогов в России. Талантливых детей со всей страны набирают в первый и в пятый классы. В старые советские времена из Перми ездили по всем городам, селам, республикам и отбирали способных детей на обучение вот в этих академиях. Мы 5 лет назад возобновили вот эту традицию и ездим по городам, отбираем по коллективам, школам искусств, просто школам, отбираем детей на предмет нашего поступления в нашу академию. Счастливчики, прошедшие отбор, обучаются не только танцу, но и акробатике, гимнастике, плаванию. По окончании академии выпускник получает диплом «Артист балета», с которым можно работать в любой балетной труппе мира, и аттестат о среднем полном общем образовании. Попасть в академию мечтают тысячи юных талантов. Отбор в Иванове для многих – бесценный шанс. Мне кажется, то, что у меня хорошая растяжка на поперечном шпагате. И то, что если выступать, если просто выступать на сцене, то я очень артистичная. Мало знать свои плюсы. Опытный взгляд педагога сразу подмечает все недочеты. По опыту Андрея Иванова всеми необходимыми для зачисления данными обладают единицы. Тем, кто к большому балету сейчас не готов, расстраиваться не стоит. Нужно продолжать танцевать. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.